Здравствуйте, друзья! С вами Ольга Мишина. Предлагаю нарисовать вот такого тролля. Это герой мультика «Тролли» Тополёк. Он друг принцессы Розочки, дочки царя троллей. Если вам понравится рисовать эти персонажи, впереди еще будет и Цветан, и Ручеек, и другие тролли. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео. У меня есть замечательный плейлист «Рисуем героев любимых мультиков» с Буратино, с Мальвиной, с Незнайкой. А еще и мультики «Три кота», и «Смешарики», и «Фиксики», и «Барбоскины». Заходите и смотрите. Для тех, кто плохо рисует или сомневается в своих силах, я дам во вкладке «Сообщество» вот такую раскраску. Вы можете срисовать ее, перевести прямо с экрана или распечатать. Или давайте рисовать вместе со мной. Друзья, поддержите канал, кто может, с бесплатными мастер-классами для детей. Номера карт в описании к этому видео.